Привет, зритель. Вот так Лёля, по ходу дела, совершенно случайно освоила эту клавишу, которая в городе у меня не приближала ни хрена. Теперь как бы это отдалить? А то рюкзак такой огромный. Я таки сюда доехала. Говорю я не особо громко, надо, наверное, погромче. Потому что тут такой ветер. Я думала, тут есть земляничка уже созревшая. Потому что тут как бы и температура, ну, в смысле, и погода-то несколько отличается, чем вот в Прилуке Масеевская. Вот туда Степаново. Если повернуть направо и налево потом Хамина. А если вот упереться в Степаново и вот туда поворот, то туда вот как раз вот внезапно поставили такое заграждение и помойка, большая такая помойка. Я не помню, в прошлом году было это заграждение или нет. Я когда подъехала, думаю, блин, что за ворота стоят? Неужели закрыли въезд вот сюда люди из Степаново? А это, кажется, помойка. И, короче, если миновать помойку и какой-то там домик, допустим, спуститься вниз, то будет речка Пукша. А вот туда я еще не ездила. Я на что-то тут уже понажимала на экране, так как мне мозга-то все не хватает смонтировать тот ролик, да еще поизучать, ибо я уже забыла, что за что отвечает. Ну прям на экране можно вон изменить вот это с авто там на что-то. Все тут у меня авто. Интересно, если сюда нажать, что будет? Во, я на себя переименовала. Я не знаю, у меня тут кусок-то, надеюсь, сохранился, а то на что-то нажала, и оно отрубилось. Ну, я как бы, да, вот. Нет бы там вспомнить, как этим пользоваться, смонтировать хотя бы видео. Я в платке, потому что у нас там выезжаешь, пчелы, хотя волосы я вымыла, хотела снять потом платок. В принципе, можно его снять. Вымыла прямо под душем, не грея воду, прям холодной водой, не прирезанные такие. Прямо гелем для душа вымыла под душем. Во, я палочку так наклоню. Я тут, правда, наверное, ну как бы вот под солнце стою. Вот так. Во. Вроде на полную вытянутая. Это для тех, кто верит, что стедикам при треморе руки. Для тех, кто верит, что стедикам при треморе руки снижает этот тремор на нифига. Я когда смотрела кучу видео, в том числе вот от Фейон, у них Фейон Тач, там Фейон еще чего-то такое вот трехосевое. Там чувак говорил, не верьте в эту хрень. Как же так стать-то? Короче, не верьте в эту хрень. Если у вас лапы дрожат, то оно будет дрожать. И что с трехосевым надо вообще идти по ровной-ровной поверхности, ровно держать все, и тогда оно будет плавно. И потому я выбрала вот такую, типа, как бы, почти как селфи-палка. Так. Но у меня как-то неровно стоит, поэтому оно... В смысле, телефон неровно лежит, по ходу дела. Как-то оно... Как-то я так его поставила, что он у меня неровно лег. Вместе с этим чехольчиком. Потому что чехольчик в одном месте вот так вот. Фигакс. И снова я поменяла место бытия. Я теперь понимаю, когда оно пикает, значит, оно записывает. Так вот. Стоимя. У меня не получается больше приближать. Может, тоже там надо как-то особенно нажать. Я это совершенно случайно как-то так особенно пожала. Вот сейчас особенно пожала, и оно увеличило у меня.
То бишь, когда вверх нажимаешь особенно, то оно приближает. Вот, смотри, зритель, если долго тяжело жать на вниз, то оно отдаляет. Видимо, те, кто так не делал, у них и не получалось. Но когда просто жмешь, как бы двигаешь туда-сюда, то действительно эффекта нет. Надо силой тянуть вниз, тогда оно отдалит все. Давай тогда силой тянем вверх, и оно нам приблизит. У меня кошка, кстати, поймала ящерку, сожрала. Сегодня маленькую поймала, но увидела соседку, поняла, что соседка, наверное, большая и вкуснее. И ящерка от нее убежала. Такая малюсенькая была. Конечно, это прикольно с этой штукой, но пальцу больно, когда нажимаешь, так долго держишь, чтобы оно отдалялось. Эй, чуваки, из своем тач, вы немножко не продумали свой этот самый функционал. Моя тетя, когда ей в прошлом году сказала, что я здесь видела цветущую земляничку, она сказала, что здесь всегда была земляничка, и они в детстве сюда ходили, ее хавали. Я планировала ее тоже похавать, но она только-только недавно доцвела. Поэтому я собрала только немножко этих листочков. Думаю, у меня есть там немножко прошлогодних, я их в зеленый чай добавляю. А эти, думаю, смешать с чем-нибудь, с каким-нибудь, ну, сделать чисто такой сбор. И заваривать чисто такой сбор. Лап дрожит. Ой, я без головного убора иду. Надо вернуться и одеть все-таки этот платочек. Он как-то сберегает меня от солнца.